Вы знаете, я как-то ее спел в Алма-Ате на концерте. Вот, и там одна девушка, вот ей эта песня очень понравилась, но вот про то, что проводница отморозила ресницы, ее просто вот восхитила. Она повторила, наверное, раз 15. Она говорит, как вот можно было так здорово придумать? Вот, я не знаю. День святого Валентина, утро, грустная картина. На перроне затупевший самолет. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. День святого Валентина, вся промерзшая кабина. Минус 30 за бортом и на борту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла незадача, чей-то происк не иначе. Что за гад придумал эту маяту? В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер ту. Да-д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 а. Замерзает на перроне лайнер ту. На зуб-зуб не попадает, организм во все страдает. И, похоже, назревает АРВИ. И как-то даже не спортивно в день святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. Ну согласитесь, не спортивно в день святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения штурман тоже впал в смятение. И в глазах недоумение, мол, как понять, что в день святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб с кем-нибудь не замерзать. В день святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб алкоголь употреблять. В день святого Валентина надо женщине мужчину, и мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в день святого Валентина нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в день святого Валентина я взлететь хочу и больше никого. Наконец, восьмой попытки, разогревшись от избытка непристойных выражений, захотел наш кормилец запуститься и со Стригина проститься, и в Москву на Домодедово взлетел. Наш кормилец запустился, с Горьким городом простился и в Москву на Домодедово взлетел. Когда я домой приеду в понедельник, а не в среду, то жена меня обнимет и тогда спросит, где ты был, скотина, в день святого Валентина, и, наверное, не поверит, как всегда. Спасибо. Thank you.